Жители станционной 5, корпус 1 теперь часто бывают на крыше своего дома. И не из-за красивых видов города, а потому что здесь произошло ЧП. Во время ремонта кровли залило лифтовую шахту. И произошло это из-за нерадивого подрядчика. Ремонт принес еще больший вред. Начатая модернизация кровли была не закончена. И погодные условия усугубили ситуацию. В результате протечки были залиты лифтовые шахты, были остановлены лифты, были залиты подъезды. На сегодняшний день лифты просушены, работа их восстановлена. Но, тем не менее, то, что было залито в подъездах, оно должно быть отремонтировано, поскольку есть визуальное отслоение. Кроме этого, пострадало две квартиры на последних этажах. Жильцам обещают помочь с ремонтом помещений и компенсировать все затраты. Только теперь жители будут держать все работы на личном контроле. Надеемся, что все-таки ваш новый подрядчик будет добросовестно выполнять обязательства, не поступит как предыдущий. Надеемся на качественное выполнение работ, будем их контролировать и попросим общественную палату нам будут им содействовать. Сейчас специалисты оценивают нанесенный ущерб, после обратятся в страховую компанию, а безответственных рабочих уже убрали с объекта. В настоящий момент аварийная организация эту бригаду с объекта убрала, расторглась с ней. На этом объекте уже работает новая бригада. В настоящий момент они устраняют те замечания, которые были допущены при работе первой бригады. В данный момент рабочие над лифтовыми шахтами устанавливают дополнительный слой защиты. Все работы по восстановлению и ремонту кровли планируется завершить до конца лета. Наталья Матвеева, Петр Дедковский, Первый Мытищинский.